Всем привет! Мне, короче, созрел такой вопросик. Как вы относитесь к небритости девушек? Нравится ли вам? Не нравится? Напишите свое мнение. Смотрите, как стремительно развивается наше общество. Раньше вообще не брились. Потом этот вопрос задавали исключительно только своему партнеру, да, своему мужчине. Сегодня об этом спрашивают весь мир. Слушайте, мир, скажите, брить мне письку или не брить?